еще много. Ашра. Дети ваши, жены ваши, все пришельцы, находящиеся в стане твоем, чтобы вступить к тебе в завет Господа Бога твоего и клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня подставляет с тобой, дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе. Так в свое время было такое тоже, значит, общение, где народ предстал пред Богом и давал ему обет. Это глубокая древность была при Моисее. И вот они стояли пред лицом Бога вступить в клятвенный договор. То есть дать обещание, чтобы стать его народом, а он будет вступить с ним в завет через Иисуса Христа. Вот напрямую, они там напрямую были, Моисей был посредник. А сегодня, но Моисей умер, и все, посредника не стало. Иисус Навин немножко как-то повел дальше, а после Иисуса Навина все мы знаем разумно. Господи Боже, ты как обещал, ты так и делаешь, и кто с тобой вступает в завет, ты становишься их Богом, Отцом, а не твоим народом. Это было так во все времена, и ты не изменил. Я прошу тебя, ладно? Сразу другие спускайтесь. Готовьте следующие. Есть. Зайка, когда еще Витя подойдет? Да. Ну, когда накроет. До воды и после воды. Все, Петя, да? Шесть братьев и шесть сестер. Все, слава Богу.
Я прочитаю коротко два стиха. Мы краткой молитвой поблагодарим Бога, что Бог благословил сегодня. 26 главой такие слова. Неужели не знаете вы, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Погреблись мы раньше, вы сегодня погреблись крещением в смерть Его. Что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вы вошли в обновленную жизнь. То есть вышли из воды в обновленной жизни. Это как прообраз вся греховная жизнь, которая бывала у нас. Вот у нас когда-то, а теперь у вас в прошлом позади, она погрузилась вся в воды эти. И вы вышли обновленные, прощенные и благословенные уже детьми Божьими. Поэтому апостол сказал, что как он воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 943. Мы с вами были.